Всем огромный привет! Сегодня хочу вам показать свой заказ по первому каталогу 2019 года в компании Faberlic. Была очень хорошая и сейчас действует очень хорошая акция, но, к сожалению, уже этих вещей очень становится мало и мало. Я сейчас только перед тем, как снимать видео, заходила на сайт и смотрела данные вещи, которых уже нет в этих размерах, которых я заказала. Была акция, распродажа одежды. Я заказала ребенку вот такую вот водолазку. Цена ее 199 рублей. Она идеального качества. Здесь 95 хлопок, 5 эластан. Размер 104, рост у ребенка 104. Ну, есть небольшой запасик, но это не главное. Рукава закатываются. Качество изумительное. Это Бангладеш производит. Все супер, мне очень нравится. Уже не первый раз покупаю для ребенка данные вещи из базы коллекции. Просто мне очень нравится, я в восторге. Это у меня второй каталог, который тоже стоит посмотреть. Есть в нем что выбрать. Очень много тоже распродажи одежды. Очень хорошие выгодные предложения по данному каталогу. При покупке двух цена еще дешевле какого-то товара. Я купила вот такой вот себе гель для умывания. У меня предыдущий закончился. В пустых баночках я обязательно вам расскажу. Купила эту Botanic из дешевой серии, потому что мне она нравится. Данный гель для умывания мне очень нравится. Из Botanic мне нравится только гель для умывания. Он бюджетный. Когда умываюсь, я не жалею. Я хорошо на руки выдавливаю данного геля, распределяю. Очень хорошо косметику убирает излишки косметики. Затем хочу с вами поделиться вот таким вот гелем для душа, карамельная груша. Я смотрела у девчонок на ютубе, и все говорят, запах просто бомбовский. И решила попробовать. Запах просто бомбовский. Честно говоря, я влюбилась в этот гель по запаху. Еще я, конечно, его не пробовала, не наносила. Сегодня же обязательно попробую данный гель. Если мне он подойдет, он не будет сушить кожу. Я хотела бы заказать себе как бы линейку этой серии. Но мне запах вообще, я влюблена в этот запах. И действительно, что девочки говорят, запах просто изумительный. Данного геля для душа я его обязательно попробую. В пустых баночках вам о нем расскажу. Подошел он мне, не подошел. Сушит он кожу, не сушит. Я обязательно вам расскажу. У меня еще остались штаны в автозаказе для ребенка. И еще одна кофта. Придут, не придут, неизвестно. Ну, как бы, сайт Faberlic говорит о том, что они появятся после 15 января на складе, и это должно ко мне дойти. Это что я с распродажи купила. И последнее, что у меня осталось на закусочку, это джинсовая рубашка для Рогова. Я всегда... Для Рогова. От Рогова, извиняюсь. Вот Александра Рогова. Она мне очень нравилась, я ее хотела постоянно купить, но мне что-то останавливало. Я насмотрелась видеоблогеров, которые выставляют свои покупки, и мне был непонятен размер. Если бы я поняла, какой мне размер нужен, я бы обязательно бы ее себе приобрела. Я очень долго смотрела и выбирала размер себе. Ну и вот, кстати, выбрала. Размер у меня 48. В таком размере у меня 48 идет. Здесь идут в комплекте запасные две вот такие вот заклепочки. Она выполнена из 100% хлопка, размер 48, синий деним. У меня стоял выбор между 50
и 48-м, но я выбрала 48-й. Есть, конечно, вот тут немножко в груди, чуть-чуть, немножко оттопыривается вот тут часть, но это не прям, что с этой стороны смотришь, а там все просвечивается. Нет, она просто чуть-чуть. Просто мне нужна не такой пышный нижнее белье под низ одевать, не пышное, а просто тоненький, наверное. Бюстгальтер надо выбрать. Но что у меня но? У меня вот это вот все, ну, видите, нитки. Ай-яй-яй, Александр Рогов, ай-яй-яй. Здесь нитка. Она вся в нитках. Вот, видите, нитка торчит. Вот тут по низу она вся в нитках. Это, конечно, для меня не проблема. Внутри нитки. Вот здесь на карманах нитки торчат. Здесь на кармане нитка. Она вот вся вот в таких вот нитках. Мне, конечно, не сложно. Я это все пообрезаю. Но как бы вы же Александр Рогов, ну, модельер и 5-10. И такого качества, извините, вещи. Как-то я не понимаю. Я ее оставляю. Тут на поясе тоже нитки. Тут не везде. Я начну доклепываться и вам все показывать, что внутри, что снаружи. Я ее никаким образом менять не буду. Я ее очень долго хотела. Она легкая, хорошая, на весну. Даже летом под какой-то топик, не застегивая, пуговки носить. Я не поняла вот этот бант. Мне он непонятен. Я когда завязала, спереди он вообще никак. Никак вообще не смотрится. На модели, конечно, на картинке изумительно, но на мне оно никак. Смотрела много у девчонок. Девчонки, вот видите, нитки торчат. Ну, как бы уже ладно, не буду я вам, они везде торчат. Я их аккуратно пообрезаю. Для меня это не проблема, не составит проблемой. Цена данной рубашки была в 48-м размере, да и вообще во всех размерах, потому что это была скидка 50%, 799 рублей. За 800 рублей купить джинсовую 100% хлопковую джинсовую рубашку, ну, поверьте, нигде не купишь. И мне как только пришло оповещение о том, что в компании Фаберлик проходит акция, я, не задумываясь, села и заказала. Думаю, ну, 48-й выберу уже. Потому что я долго искала, выбирала, смотрела, какой же ж мне размер выбрать. Ну, я угадала. Угадала, и я очень довольна, и она мне очень нравится. Если кто успеет, если еще есть размеры, берите, не пожалеете, не прогадайте. Под любые джинсы, брюки подойдет она изумительно. Я пробовала вот так вот завязать, там девчонки завязывали. Ну, вы поняли, с той стороны, вот тут бант. Ну, что-то как-то надо, я под джинсы мерила, может, под какие-то, ну, черные брюки померить, не знаю, еще померяю, посмотрю. Но я своим заказом осталась довольна. Для ребенка тоже часто покупаю. Еще остались вещи в автозаказе, они обязательно придут. И я надеюсь, что, ну, придут. И я вам обязательно их покажу, что я себе купила на распродаже от компании Faberlic. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока.